Что не стоит делать в террарии? Не пытайтесь перепрыгнуть слизня, не надейтесь на кинжалы, не прыгайте в воду, если не видно дна, не пускайте бедного гида на произвол судьбы, не стоит игнорировать странные надписи, не пугайтесь, если проигнорировали странные надписи, не забывайте выкладывать монетки, не стоит нажимать на незнакомые кнопочки, не ходите в данж, пока дед не помер, не кладите инструменты и взрывчатки слишком близко друг к другу. Не пытайтесь обойти стенку плоти с другой стороны. Не забывайте про действие зелья гравитации. Не пытайтесь приручить единорога. Не прыгайте в метеоритный кратер. Не подходите к подозрительным сундукам. Не упускайте возможности прокатиться в шахте. Не катайтесь слишком быстро. Не пытайтесь поймать звезду. Не обижайте кроликов. Не занимайтесь крафтами во время нашествий. Не рыбачьте с незнакомыми для вас наживками. Не тратьте драгоценные монетки у всяких шарлатанов. Не смотрите в глаза близнецам. Не ломайте маленькие розовенькие экзотические цветочки. Ведь они маленькие и экзотические. Не бегайте по храму, как по своему двору. Не забывайте, что большинство боссов падает вам на голову. Ваши могилы не всегда эстетично выглядят. Не пытайтесь найти кого-то дружелюбного. Все хотят вас убить. Не экономьте патроны. Экономьте нервы. Не мешайте экологам проводить замеры. Не забывайте обновлять свой имидж. Никуда не ходите без своих любимых зелий. Не обнимайте колючки. Не пытайтесь прокопать ниже ада. Не стоит размахивать палками возле хрупких вещей. Не думайте, что чем меньше слизень, тем он безопасней. Не забывайте веселиться время от времени. Не кушайте банана-ранг. Не пугайте кирпичи. Не прыгайте в глубокие темные отверстия. Не забывайте о том, что подсолнух делает вас счастливей. Не стройте слишком некрасивые дома. Не используйте зелья невидимости. Не нужно ставить костры на каждом шагу. Не зажимайте кнопку мыши слишком сильно, когда что-то покупаете. Не плавайте в лаве слишком долго. Не обращайте внимания на нипов. Они живут своей жизнью. Не превращайте террарию в Майнкрафт. Не позволяйте слизням захватить этот мир. Не забывайте строить арены. Не прыгайте по льду. Не будьте мазохистом. Не садите красные и фиолетовые семечки по своим домам. Не используйте птичек в качестве мишени. Не пытайтесь попасть внутрь защитного поля. Не пытайтесь взорвать защитное поле. Нет, это не у вас мутнеет в глазах. Не пугайтесь огромной лунной Хари. Не пытайтесь убежать от огромной лунной Хари. Не забудьте заскринить лунные костяшки. Не пытайтесь проходить игру дальше. А самое главное, не забудьте подписаться.